Всем привет! А перед просмотром я хотел бы вас попросить поставить большой палец вверх и прокомментировать видео. Чем больше лайков мы наберем, тем быстрее выйдет новая серия и тем будет лучше. Ребята, вы себе даже не можете представить, как один лайк или положительный комментарий может повлиять на меня, дав мне больше силы, больше энергии, улучшенное настроение для того, чтобы записать новое видео как можно быстрее, записать его для вас, выложить его как можно быстрее, потому что я для вас стараюсь. И за это, ребята, надеюсь, что вы также будете мне выделять помощь, тем самым ставить лайки, комментировать, делать меня более энергичным, радовать меня, давать мне настроение. И я буду больше стараться для вас, потому что я буду знать, что вам это нравится, вы хотите больше серий, и вы хотите продолжения, ребята. Я надеюсь на вашу поддержку, и всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребята, в прошлой серии мы сделали клон-машину для Мьюту, вот она. И, ребята, в этой серии мы попробуем уже его сделать. Ребят, смотрите, я включил улучшенные текстуры немного, то есть уже листву можно видеть. Сейчас давайте посмотрю, как это было. Было это вот, ну, в принципе, большой разницы нету, но... Вот так. Знаете что, ребята? Я нашел классные текстуры, и сейчас я бы хотел, ребята, не текстуры, а шейдер-паки. И сейчас я бы хотел с вами поделиться и сделать такое небольшое голосование, какой лучше текстур-пак выбрать. Не текстур-пак, твою ж фуражку, а шейдер-пак. Ну вот этот шейдер-пак, который у нас сейчас есть, он такой, в принципе, красивый, мы с ним этот сезон весь играли. Ну, чтобы было какое-то разнообразие, чтобы не надоедало. Вот это, Чокопик. Он, в принципе, такой красивый, то есть более такой, мне даже кажется, реальный, офигенные текстурки, офигенные тени, но он мне, если даже вода, смотри, какая офигенная, но если честно, мне кажется, что он слишком темный. Ну, если так посмотреть, ребята, в принципе, ну как темный, сейчас же ночь должна быть, поэтому я даже, давайте, ребята, идем поспим и посмотрим шейдер-пак на... Когда будет утро, потому что сейчас хрен мы что-то там толковое увидим. Ну что ты там? Потому что, ребята, я действительно нашел какие-то почему текстур-паки? Почему я говорю текстур-паки? Шейдер-паки, они в принципе прикольные. Но знаете, с одним шейдер-паком играть все время тоже, если честно, надоедает. Так же, как и все время с текстур-паками играть. Мы же с этим текстур-паком уже фиг его знает, сколько играем. Но, в принципе, он, ну, такой, знаете, уже привык. Но почему-то именно вот шейдеры почему-то... Шейдеры хочется какое-то разнообразие, чтобы какие-то другие шейдеры были. Ну, смотрите, ребят, вот такие шейдеры. Давайте небольшое голосование. Это первый шейдер. Вот такой. Ну, потом, может, еще повыбираем, но сейчас, ребята. Вот это такой шейдер, с которым мы всегда играли. В принципе, он такой красивый и прикольный. Сейчас второй, Чокопик. Вот, ребята. Офигенно, то есть, он более, не такой яркий, то есть, он яркий, да, вот, например... Если вот так солнце, да, он яркий, если так через листву, офигеть, как смотрится. То есть он яркий, да, но сама гамма, то есть, да, это гамма можно назвать. Если сравнить вот это, то тут как-то ярко, но, то есть сама текстурка, сама картинка вот это яркая. А если вот тут, то она, текстурка, картинка темнее, но зато... Гамма какая-то посветлее мне так. Короче, я не знаю, ребята, объяснить, как. Там, короче, сама текстурка, картинка светлая, а так все остальное гамма, можно сказать, темная. А тут наоборот, картинка темная, гамма такая светлая. Не, ну, в принципе, если честно, мне нравится. Давайте вот так побегаем, посмотрим, ребята. Вот ты зараза, а. В новой версии, ребята, в новом сезоне это нужно будет отключить, вот этих агрессивных покемонов, потому что там с ума сойти можно будет. А не, реально, смотрите, ребята, какой офигенный текстур пак. А смотрите на воду. Опять мудачил какой-то мне тут потоптало, вот зараза, а. Вот смотрите, ребята, если честно, то такой прикольный, а солнце вообще охрененное. Если сюда, например. Не, ну красивый, красивый, мне, если честно, нравится вот этот текстур пак. Почему текстур-пак, шейдер-пак? Я, ребят, вообще не в курсе, почему я называю текстур-паком. Не, ну красивый, согласитесь, ребята, что очень прикольный. В новом сезоне, мне кажется, как раз вот этого не будет не хватать. То есть вот такой красивый текстур-пак.
Шейдер пак, твою мать, шейдер пак. Я сейчас себе на руке напишу шейдер пак, чтобы не забывать. Я не знаю, почему я текстур пак говорю, ребят, я извиняюсь, но это бред какой-то. Я не могу запомнить, шейдер пак, какой нафиг текстур пака. Ну вот, ребят, честно, он красивый, и если... Если, ребята, мы в новом сезоне опять будем вот с, этом, вот с этим шейдер-паком, то, если честно, это немного надоест. А если вот с этим шейдер-паком, то, если честно, это намного лучше. И даже покемон тут как-то поприятнее выглядит. Вот смотрите, ребята. Какой покемон? Какой покемон? И тут какой покемон, и тут какой... О, знаете, что я, ребята, понял? Вот в этом шейдер-паке... Нормально показано, когда утро, когда вот сейчас день и когда ночь. А вот с этим шейдер-паком, почему-то мне всегда кажется, что это не день, то есть да, светло, но у вас, ребята, нету такого малейшего, как это можно сказать, малейшего ощущения, то что вот этот немного смахивает на закат. То есть это день, но немного смахивает на закат. То есть уже такое слабенькое солнце уже не печет, можно и так сказать, а уже вот так. Чуть-чуть уже темнеет. Мне вот так сейчас как-то начало казаться. Ну, если честно, это прикольно. То есть, наверное, мы с ним будем играть. И тут вроде FPS мы больше или... Ну, ладно, не суть. То, что он прикольный. А вот этот шейдер пак мне тоже очень нравится, ребята. Он тоже очень красивый, но он намного светлее. Давайте сравним, ребята. Какой вот этот? Он тоже очень... Смотрите, как вот наш сарай офигенно выглядит. Ферма или что это? Вот, смотрите. Так. И вот так. То есть, это такой более-менее сбалансированный, то есть на серединке. А вот этот более такой светлый. Ну, давайте побегаем. То есть, я не знаю, если честно, он красивый. Да, он красивый, но мне кажется, он немного глаза режет, что ли. Ух. Офигеть, это что такое вообще было? 1000. Вот так. А может там можно shadow? Но это нам не нужно. Давайте на 1000. Cloud Shadow. Я не знаю, ребят. Не, он, в принципе, такой прикольный, да, но очень яркий, мне так кажется. То есть это, мне кажется, более такой приятный для глаз. И там еще один какой-то был. Нет, это уж слишком какой-то яркий, вам не кажется? То есть, если так смотреть, то у меня же глаза, знаете, так болеть сверху начинают. Не, ну, офигеть. Ну, так он реально красивый. Но очень яркий, то есть прям очень-очень. Вот этот такой... Сбалансированный, мне кажется, как раз прям не вот этот, а вот этот. Прям такая золотая серединка. Это тоже мне нравится, но... Ух, нифига себе! Смотрите, ребята, я сейчас даже скрин сделаю. Охренеть! Ну разве не красиво, если вот так смотреть? Смотрите, давайте сейчас пейзаж сравним. Вот так? Хотя так тоже красиво. И вот так. А так вообще охренеть. Мне вот этот начал нравиться шейдер пак. Реально он такой классный. Если вот так смотреть пейзаж, да, то реально крутой. Ну ладно. То есть, хотя не, он такой красивый. То есть даже, ну этот не режет глаза, что самое главное. А если так домой забегать, то видно офигенные тени и вот это все. Не, ребят, этот красивый. Мне, если честно, вот этот нравится. Прикольный. Ну ладно. Давайте этот сезон уже добегаем с этим, потом разберемся. Мью. Точнее, не Мью, а Мьюту. Я, ребята, так и не понял, какие блоки ставить. Ну, давайте проэкспериментируем. Фу, да, так, у нас есть вот это. Берем один железный. Один золотой. Один алмазный. Это сюда. Берем мастербол, чтобы сразу... сразу Мьюту сделать. Так, это кто у нас? Хотя не... А, ну, в принципе, то, что... Я смотрю, что это уже пятый бокс. Ну, ладно, не суть. Пошли, ребята. Фу, ну что, ребят, начинайте держать кулаки. Сейчас попробуем что-то сделать. Первым делом нужно внести Мью. Все, наша Мью уже там. Вот она, ребята. Нужно вот, Insert Catalyst. Давайте первый золотой.
потом железный, потом алмазный. Начинаем. Я, ребята, не хочу смотреть. Давайте сюда. Я не хочу смотреть. О, давайте сюда. Я не хочу смотреть, не хочу. Ну, не хочу. Не хочу смотреть. Кто там? Кто там? А, не хочу. Только не Дита, пожалуйста. Только... Мьюту! Ух, ребята. Нормально мы сделали. Нормально. То есть, походу, стопроцентный вариант. Это у нас идет... золотой, железный и алмазный. Вот, ребята, запомните, золотой, железный, алмазный. Не железный, золотой, алмазный, то есть последовательность, да? То есть железный, золотой, алмазный. А нет, сначала золотой, потом железный, потом алмазный. Ну, пускай эта машина тут стоит. Сейчас, ребята, посмотрим. Мьюту, Мьюту. Где? Вот. Еще и Мью остался. Ну понятно, что Мью остался. Точнее, тогда еще и Мью нужно будет прокачивать. Мы же не сделали с Мью Мьюту. Мы же клонировали с Мью в Мьюту. То есть Мью у нас тоже остался. То есть это не эволюция Мью в Мьюту, это с Мью в Мьюту. Так, ну где он? Мьюту. Вот он. Красавец. Вообще, короче, без. Без вот этого. Ну ты уж серьез, серьезный. Ты прям очень серьезный, Мьюту. Ну ладно, ребята. Сделали. Отлично. То есть есть у нас Мьюту. Замечательно. Мы тебя увидели, Мьюту. Мы знаем. Отлично. Давайте сюда. А вот это в пятом боксе. Вот сюда. Я чуть не... А, нет, это сюда, это сюда, это сюда. Вот так у нас было. Ну что, ребята? Словили мы Мьюту, сейчас нам остается идти дальше прокачиваться. И, в принципе, сейчас только вот это. Я не вношу 5 алмазов, потому что эту команду мы уже прокачивали. Ее мы уже прокачивали, поэтому я не буду вносить еще 5 алмазов, потому что мы уже за эту команду заплатили. Фу, ну что, ребята, поехали. В этой серии мы должны 100% докачать Ликитунга к 60-му уровню. Это 1000000%. Так, 100%, ну, 1000000%, мы должны его докачать. Потом, я, если честно, даже не знаю, то есть мы время потратили на шейдеры, мы время потратили на Мьюту, но все же еще парочку минут у нас есть, чтобы это все сделать, 13 тысяч опыта. Поэтому, ребята, докачать мы все же должны постараться. Фух, ну, по сути, у Кабуто уже в скором времени должна быть эволюция, я надеюсь, он так эволюционирует, а не отчасти. Я, если честно, не помню, как мы делали. Я последний раз сделал Кабутопса, не помню когда. Ну, в предыдущем сезоне получается, да, но я не помню, как я его делал. Ну, посмотрим, эволюционирует ли он на 40-м уровне. Ликитунг у нас уже, ребята, 56-й. Так. Кабуто, 38-й. Поехали, поехали, ребята, нужно быстренько заканчивать вот этот сезон. Ребята, извиняюсь за то, что вчера не было серии, то есть какое вчера, понедельник, 29 числа не было серии. Я, ребята, извиняюсь, у меня, если честно, вообще времени не было. Поэтому прошу прощения за то, что серии вчера не было. Ну, в принципе, нужно и так. Ой, а вот ты. Нужно и так сейчас, ребята, постараться и как можно быстрее вот это все прокачать. Не, ну если ты хилиться будешь, то, конечно, мы тебя не убьем. Сейчас тот... Нужно смотреть нормальные атаки, которые наносят что-то. Ну, Дарк понятно, что не наносит. Тототом... Чатотом каким-то тотом. Мы сутки бить будем, фиг он что-то там сделает. В принципе, Киндер, мне кажется, так же. Во, металлическая атака. Ну, хотя нет, это походу крит был или что, или удачная атака, но он толком ни хрена не наносит. Я вообще не знаю, ребята, что мы сейчас будем делать, когда мы 2 уровня докачаем Ликитунгу. Кем мы вообще кого будем прокачивать? Давайте попробуем. Спасение, если Кабуто эволюционирует на 40-м уровне. Кабутопса. Еще один уровень остался. И вроде так он должен эволюционировать. Я, сейчас, ребят, я не помню, но если он эволюционирует, это уже будет спасение.
Ну что, мы им сможем прокачиваться. Если нет, то что-то там мы сутки будем бить Блисси, так же, как и остальными покемонами. Саплей вообще ни хрена не сможет сделать. Отлично, ребята, да. Кабуто эволюционирует. Сейчас он будет Кабутопсом, да. Я надеюсь, что ему можно все-таки будет изучить Эртквик. Я на это надеюсь. Но, в принципе, он же вот этот каменный. Кабутопс. Давно я тебя не видел, если честно. Так, слэш. Ху, ну, Ликитун как раз уже, ребята, 60-й. Эртквик у нас есть. Да, он не может изучить. А почему? Рок, ватер. Хрен его знает. А чё он, чё ты можешь изучить? Ну понятно, что... Хотя... Ну, в принципе, да, X-Scissor, понятно, почему он может изучить. У него как раз руки такие, да, то есть... как это можно... Как это называется? Лезвие, да, вот. А X-Scissor это что-то в этом роде, то есть лезвие. Ну, отлично. Сейчас попробуем, сможет ли он вообще что-то нормально наносить урон. Я надеюсь, что сможет. Ху, а сейчас прикол с одного удара. Ну, ребята, можно сказать, можно назвать это, что наше спасение. Ребята, похлопаем Кабутопсу, потому что он действительно нас спас. С его помощью мы сейчас нормально сможем прокачиваться. Прям, да, даже очень нормально. Да не Мега Дрейн, а X-Во. Ну, только, вот знаете, есть такие Блисси сволочи, которые попадаются и которые ни хрена не делают, кроме того, как хилятся. Вот, еще одна такая Блисси. Сейчас один удар, и она хилится. А, нет, то есть или хилится, или просто кидает на нас какую-то хрень, что мы не попадаем. Или сейчас вот, пара ХП у нее останется, смотрите, сейчас как выхилится. Или все, у тебя уже все кончилось. О, ну, твою ж... Иди сюда, зараза, я тебе сейчас Ликитунгом залежу прям. Зараза, а. Хилится. Она прикалывается. Ладно, убивай. Сейчас, знаешь, у тебя атаки кончатся. И когда ты будешь меня по чуть-чуть добивать, я начну выхиливаться. Или уклоняться, или просто издеваться. Знаете, жердяйка, близ. Вот ты любишь прикалываться, я так понял. Также когда в прошлой серии, когда мы напали на босса Блисси. Она там вообще выделывалась. В этой серии, ребята, когда получается, мы тоже должны... мы должны, ребята, прокачать Кабутопса к 60-му, то есть 100% мы его сейчас должны прокачать. Ну, в принципе... твою мать, а чё опять много раз R нажал? То есть, выкидывать покемона. Первым делом, ребята, что нужно проверить, не залагала ли у нас команда. Если залагала, это хреново. С одного удара. 13-14. Если сейчас... Залагала, твою мать, а? Залагала команда. То, что, ребята, мы сейчас скачаем покемонов, это до одного места. То есть, смотрите, ребята, 50 уровень, да? Сейчас я выйду с игры, зайду заново, потому что это без этого никак. И Кабутопс не будет 50 уровнем, он будет меньше, сейчас увидите. Ну что, ребята, я перезашел, но нет, Кабутопс не уменьшился уровнем. То есть, фиг его знает, тогда, наверное, вот эта хрень с той забаганной серии, это, наверное, просто исключение было. То есть, когда я тогда перезашел, все покемоны стали такими уровнями, как до того момента, когда мы начали их прокачивать после забагивания. Вот, капут. Так, ребята, что-то заметил, шейдеры поменялись. А хотя, ну смотрите, какие красивые. Давайте сейчас еще вот тут протестируем. Наши шейдеры. Такие, ну, очень светло. Чукапик. Красиво. И вот эти, как они там называются, Rudo Place. Это тоже красиво. То есть, смотрите, как я заметил, ребята. Наши шейдеры сами по себе вот эти светлые, да? Потом, Чокопик больше зависит от света. То есть, тут темно. Но где свет, там более-менее так, светло. То есть, больше зависит от освещения. А Rudo Place, они сами по себе очень светлые. То есть... Не сами по себе, вот видите, тут очень темно. А очень
очень зависит от вот этого освещения. То есть, если есть свет, то тогда этот свет прямо освещает все вокруг. То есть, смотри, тут все вот это освещено, а вот это тут по углам, видите, темно. То есть, с этим шейдером нужно больше ламп ставить. А вот с этими, даже вот эти лампы успевают все осветить. А нашим шейдерам вообще пофиг, там везде светло, можно так сказать. Фух. Ну что, ребята, в этой серии, как я обещал, мы должны докачать Кабутопса к 60-му, это обязательно. Так, без этого никак, нужно докачать или Кабутопса, или хотя бы вот эту команду постараться. Nice and Power. Что, да пофиг тут уже, ты уже практически прокачанный. Ancient Power. Поэтому, ребята, давайте быстренько ему еще 6 уровней и потопали. Потопали отсюда, точнее, потопали за новой командой, получается. Power Gem, вот это давай. Опа, ты как, ну, небольшой такой уровень, но все же так. О, 59-й, ты как раз нами нужен. Опа. Попробуем. Нападай, 49-й. Лучше ты нападешь. Так, отлично. Вылечимся. И Кабутопс, ребята, уже 58-й. Так, вы в бою, чурки, как я понял. Вы прям очень быстрые уклоняетесь. Так. И давайте Кабутопсу еще один уровень. Давайте, ну пожалуйста, ну быстренько как-то давайте. Опа. Ну, походу, все, вот это Блисси, и он 60-й. Давайте тут еще парочку Блисси убьем. И все, ребята, мы уже можем уходить отсюда, мне так кажется. Больше... Ну, какие там у нас еще есть покемоны? Киллер 44-й, Ариадос 47-й какой-то там. Да, было бы... Давайте еще, знаете, давайте, ребята, еще попытаемся прокачать Ариадоса. Где он? Вот так. То есть у него вроде тоже X-Scissor есть. Да, есть. Ни хрена себе. С двух ударов. Не нужен нам конфьюз, то есть нет смысла. Так, мы тебе сейчас будем... С одного удара. Ух, ребята, сейчас мы еще его прокачаем быстренько. То есть его мы еще, походу, быстрее прокачаем. Че, издеваешься? Да че, издеваешься? Че это за хрень? Это зараза, а. Издеваются тут. Ребята, Ариадуса мы еще тоже очень быстро прокачаем. Если Блисси не будет издеваться. Так. Да захренач ты ее уже, ты. Вот так. Так, быстро. Быстро. Это нужно как можно быстрее, ребята. В этой серии мы должны успеть еще и Ариадуса прокачать. Да ударь ты ее, чувак, ну ударь, ну захренач, наконец-то. Так, да пофиг тут уже, пофиг. Мы уже практически прокачали эту команду, поэтому уже можно убивать всех подряд, изучать любые атаки и вот это все. Так, ну ряду еще 6 уровней, мы в принципе успеем. Слушай, да пофиг тут уже какие, если честно. Тут уже, ребята, под конец сезона вообще пофиг, какие атаки изучать и... Только чтобы докачать быстрее. Ну вот, смотрите, он уже, ребята, 57-й. Эту Блисси убьем, он уже будет около 59-го, мне так кажется. Если не 59-й. 59-й, видите? Так. Все, 60-й, все, мы можем уходить. Конечно, там еще киллеру 10 уровней осталось. Ну давайте еще киллеру один уровень прокачаем, чтобы поменьше использовать. Ух, нифига себе. Все, киллер 50-й, саблей 50-й. Кто там у нас? Чатот. Какой еще чатот там уровень? Ну покажись. 51-й. Нам осталось 29 раркендия. Есть ли у нас они? Есть. Все, ребята, мы прокачали команду. Мы уходим, докачиваем эту команду, выкладываем ее в... Хотя нет, не сейчас, давайте уже, ребята, на этом заканчивать. В следующей серии мы возьмем себе новую команду, но зато мы уже ее докачали. Ставьте лайки, ребята. Подписывайтесь на мой канал.
Если наберем 300 лайков, это будет охрененно. Вы меня очень сильно порадуете, и я как можно быстрее постараюсь выпустить новую серию. Ну, как можно быстрее новая серия выйдет. Знаете, что я забыл? То есть я уже такой, а, да, все, мы уже их прокачали, но я забыл. Да пофиг уже. Если честно, ребят, не горите, что ты там пропустил офигенную атаку и все такое. Это уже последние команды. Тут изучать какую атаку, это уже, если честно, пофиг. Я уже... Да, вот, сейчас офигенная атака была. Но это уже, ребята, пофиг, мы и так... Shadow Ball тоже офигенная атака. Но это уже, ребята, все откладываю. То есть, какая разница, если мы эту команду сейчас прокачаем уже вот так с помощью Rare Candy и тупо откладываем ее в компьютер. Вот так, все, ребята, новая команда прокачанная. Давайте на этом закончим. Давайте, ну, в принципе... Да, давайте на этом закончим. Во, яичко. На тебе, кабутопс, яичко. Ты нас выручил. А, это выкинуть. Яички, яички. Не можно... Ой, чуть не упал. Нельзя много яиц кушать. Нет, 300 яиц это перебор. Ребят, давайте на этом заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока. Не забываем, как делать мьюту. Золотой, железный, алмазный. И всем пока.